несколько лет назад я попал в это место, и пришло вдохновение играть музыку здесь. Потом я приехал еще сюда через год, и пришла идея сыграть музыку в каньоне. То есть я прям вижу, что там должна быть сцена, там должен быть рояль, и я просто хочу там поиграть. И вот мы с моей супругой гуляем и думаем, ну надо осуществить это. Вот. И мы пошли в администрацию, нам сказали, ну нужно там описать этот проект, чтобы как-то понять. Ну как-то так стало раскручиваться, что вот в итоге рояль стоит, вот готова сцена. Скоро мы сцену запустим в воду, поставим туда рояль. Я записал музыкальную композицию, а я композитор. Пианист, исполнитель, играя в этот раз собственную музыку, и уже съемочная бригада скоро приедет, и мы с завтрашнего дня начинаем уже съемки. Я за свою пианистическую карьеру прошел различные стили, от классики до джаза, до рока, до барокко, и сейчас это такой синтез этих направлений, и музыка просто рождается. Вот ту композицию, которую я буду здесь исполнять, называется «Пробуждение», она родилась спонтанно, когда я сидел за роялем, и рука словно сама начала играть. И наиграла мелодию. И мелодия стала развиваться, в итоге это выразилась, оформилась в такую композицию, которую вот я буду играть здесь. И один на один с природой. И идея самого клипа, что главное быть в своей природе, это слышать себя. Это часть природы. Часть природы, да. И сама музыка об этом. То есть там есть и борьба себя с природой. Что человек думает, что он вне природы и пытается что-то свое здесь делать, а в итоге оказывается, что мы с природой единое целое. И в композиции так выстроено, что в конце как раз вот это единство с природой, оно и осуществляется в качестве пробуждения такого. Павел, скажите, пожалуйста, ну, такое счастливое совпадение, что мы тоже из Петербурга. Где вас можно и когда услышать? Пригласите нас, пожалуйста, на концерт. Да, обязательно. Я вот надеюсь, что в сентябре на Мойке 12, это музей Пушкина, там есть замечательный камерный зал с белым роялем. И обязательно вас приглашаю. Какое число пока вы не знаете? Да, пока под вопросом, но гости уже собираются. Вот. Павел Андреев Мьюзик. То есть во всех соцсетях, вот сейчас и YouTube-канал пришлось создать для вот этого проекта. И дальше уже планируется, вот здесь есть замечательный завод, там я буду уже ансамблем. Там уже, будет, скорее всего, дуэт это будет с виолончелью, а потом идея и с оркестром, и с какими-то коллективами, это обязательно. Но данный проект «Пробуждение» это касается меня, каньона, природы в целом. И... То есть вы влюблены в Карелию? Я влюблен вообще во весь мир, в жизнь и в Карелию в том числе. Кто финансирует ваш проект? Вы знаете, мы создали на сайте planeta.ru краудфандинг. И прямо сейчас открыта возможность поддержать наш проект. И в качестве благодарности я приготовил определенные акции. Это приглашение на мой концерт, это уроки музыки, это... приглашение меня на какие-то выступления. Это возможность стать главным спонсором, и как бы, логотип там может поместиться в конце клипа. Плюс я отсылаю мою музыку. Плюс пишу живописные портреты. То есть для человека я могу написать живописный музыкальный портрет. И плюс моя супруга, она живописец, она пишет на холсте портреты. То есть можно совместный портрет живописный и музыкальный для того, кто хочет увидеть себя с интересных сторон. Вы знаете, мы откроем вам тайну. Мы снимали с самого начала, как роялем спускали вот на эту пристань. Поэтому будет, наверное, любопытно публике узнать о том, что вы сами принимали участие как бы вот в создании этого всего проекта, начиная от где вы взяли рояль, потом вот этот кран, потом вот эта сцена. Огромная благодарность команде. Вот прямо сейчас участвует Андрей. Можно тебя, Андрей?
Андрей, спасибо. Андрей помог собрать вот этот плод. Да. Вы тоже из Питера? Нет, я местный, со Вталава. Живу я здесь очень давно, 22 спасибо года. Спасибо вам большое. Да, как раз недавно мне исполнилось 22. Каждый день я на этом замечательном месте. Это мое любимое, в принципе, место, как бы, кроме еще пару мест. Это водопады, Русский Альский и, как бы, их называют Ахинкоски. Ну, Белые мосты, естественно, тоже хорошие водопады, и поэтому три моих любимых места. И сегодня вот, как бы, Павел, я даже не знал, то, что с кем работаю сегодня, и я в шоке немножко. Великое дело то, что вы делаете. Я вам желаю творческих удач. И будем обязательно вас продвигать в соцсетях, тем более, что у всех у нас есть свои странички. Вот, а можно такое еще обращение вообще вот не только творческим людям, а вообще всем людям на планете Земля? А любая идея, она реализуема. Когда мы придумали это, нам казалось, что это невозможно. Но как оказалось возможно? Ну, вот рояль тут, да. Рояль тут, 250 килограмм, он уже здесь. И на самом деле, это, если посмотреть относительно каких-то еще огромных проектов, там снимают громадные фильмы, например, да, то это просто капля в океане. Но все равно, что жизнь показывает, что если вы умеете мечтать, имеете намерение дойти до своей цели, то подтягиваются необходимые люди замечательные, единомышленники, ресурсы, в том числе и финансовые, чтобы вот осуществить творческий замысел.